Сейчас будем звонить по бесплатному номеру в этот самый Мособлгаз. Для того, чтобы узнать, почему долго заявка находится в статусе. Здравствуйте. Я виртуальный ассистент единого оператора газификации Российской Федерации. В целях повышения качества услуг все разговоры записываются. Обращаю ваше внимание, на нашем портале connectgas.ru можно получить исчерпывающую информацию по большинству вопросов о газификации. Какой вопрос вас интересует? А почему проверка комплектности документов очень долго идет? Необходимо подать следующие документы. Первое. Правоустанавливающие документы на земельный участок с указанием кадастрового номера земельного участка и индивидуальный жилой дом. Второе. Ситуационный план. Третье. Паспорт. Четвертое. СНИЛС. И ваши контактные данные. На сайтах или офисах газораспределительных организаций вам будет доступна типовая форма заявки с описью необходимых документов. Остались ли еще вопросы о газификации? Да. Скажите, какой вас интересует вопрос? Почему долго заявка на статусе проверка комплектности документов? Статус поданной вами заявки можно отследить в личном кабинете на сайте connectgas.ru. Раздел «Мои заявки». По готовности документа приходит СМС на указанный в заявке телефон. Если у вас остались еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Почему так долго готовится, проверяется эта комплектность документов? Необходимо подать следующие документы. Переведите Первое. на оператора. Правоустанавливающие документы на земельный участок с указанием кадастрового номера земельного участка и индивидуальный жилой дом. Второе. Ситуационный план. Третье. Паспорт. Четвертое. СНИЛС. И ваши контактные данные. На сайтах или офисах газораспределительных организаций вам будет доступна типовая форма заявки с описью необходимых документов. Если хотите узнать что-то еще, спрашивайте. Переведите на оператора, пожалуйста. Диалог продолжит мой коллега, оператор контакт-центра. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Доброе утро, Светлана, слушаю вас. Добрый день. Вот 13 декабря подавал заявку на сайте. До сих пор находится в статусе проверка комплектности документов. Хотел узнать, вот когда этот статус уже какой-то сменится. Скажите номер заявки, пожалуйста. Номер, регистрационный номер 90-01-001-001-001-001-001-001-001-001. Да, вижу, что ваша заявка сейчас на статусе проверка комплектности документов. А вы пробовали звонить в вашу газораспределительную организацию? Статусы просто переводят они непосредственно, поэтому, в принципе, проблем я у вас не вижу. Документы вижу, вы приложили. Поэтому по причине задержки можно только у них это уточнить. А какие нормативные сроки вот для этого статуса, когда он должен меняться на какой-то другой? По регламенту до 3 рабочих дней, но в преддверии Нового года до 7, может быть. Ну, то есть, получается, я Возможно, 13-го больше. подал, то есть уже давным-давно должны были уже поменять, да, этот Ну, статус? вообще, да. Да. Смотрите, а вот у меня еще есть там две заявки, я просто третью подал, потому что, ну, в предыдущих там, ну, по сравнению с предыдущими увеличил объем заявляемый для газоподачи, там, вот этот, который нужен. Вот можно через вас отменить предыдущие две заявки, либо это только мне нужно куда-то в другое место звонить, как это сделать? Отменить вы можете у нас на портале внизу есть в нижнем правом углу строчка техподдержка. Там в самый низ пролистайте, есть электронный адрес, на него напишите, и техподдержка у нас может аннулировать только заявку. Хорошо, все. Так, подождите, давайте я сразу найду, иначе не найду сейчас. Так, вот Да, ConnectGas, да, ру, вот этот сайт. все верно, в самый Так, низ. сейчас я просто номер заявки сразу скопирую, который нужно отменить. Так, ага, господи, так, И номер сейчас. запишите, который я вам дам.
Да, сейчас, одну секундочку. Сейчас внизу, вот тут только Telegram, Instagram, YouTube. А где? А, вот А, техническая проверь. поддержка. Да, все, хорошо. Ага. Так, сейчас. Ага, все, только по электронной почте, да, писать здесь? Ага. Да, самый низ, там саппорт, Все, я собачка, понял, вот канатка, поэтому. ручка. Ага. Хорошо, спасибо. Так, какой-то телефон вы Мособлгаза мне хотите дать? Или Да, Пушкинского да. какого-то там района? Ага. Мосгаз. Да, слушаю вас. 8 800 Ага. 100 75 75. 75-75. Ага. Понятно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, они просто им потом эти документы правоустанавливающие нужно в каком-то бумажном виде принести при заключении договора, либо они сами их там запрашивают у выписки из ЕГРН или что там происходит, я просто не пойму. Ну, то, что вы приложили сканы, этого А, достаточно было. достаточно, ага, да? Хорошо, просто Да. им, да, может, их бумажный вид им принести. Вот просто я не знаю, Нет. что там можно проверять, вот 10 дней. Я просто думал, вдруг они там Ну. запрашивают в ЕГРН выписки там, не знаю. Нет, это просто задержка уже. Угу. Просто у нас эти документы, это я не знаю, там, ну, 10-летней давности, как получили эти свидетельства, да? Вот так их приложили. А сейчас же уже какие-то выписки ЕГРН, ЕГР, что-то там такое. А вы эти не прикладывали? Ну, у меня свидетельство о собственности, я не знаю, там, 2014 года, вот на гербовой вот этой бумаге, там какого-то там. Вот. Ну. Посмотрите, выписку из ЕГРН попросят, но ее надо будет также в сканированном виде сюда доложить. А, вот выписка. Я просто думаю, что еще там может быть. А какой у него срок действия там или что там? Не знаю. Не знаете, да? То есть у вас нет такой информации. Нет. Хорошо, просто. А там просто, если будет какой-то там отказ, то там будет прям, ну, причина детальная указана, да, там. Ну да, если вам отложат, то вы будете, получается, докладывать ваше свидетельство из ЕГРН, там напишут, что вам требуется. Ну вот, который Понятно. номер я вам дала, вы можете в любом случае им позвонить, уточнить, почему долго в статусе в одном находится, и как раз-таки спросить, нужно вам ее Ясно. докладывать или нет, или будет достаточно свидетельств. Понятно. А вот, то есть, получается, я уже сейчас никогда, никак изменения в заявку не могу внести, то есть, какой-то там, не знаю, там, увеличить объем газа, либо я там опечатался где-то с номером телефона, там, не 925. Как это вносить изменения в заявку? Можете, А. да. У нас именно оператор должен переложить заявку в статус отложен, только потом можно вносить какие-то изменения. Все, я понял. Спасибо большое. До свидания. Да, всего доброго, до свидания. Вот так вот.